Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Госдума приняла во втором ключевом чтении поправки, ужесточающие наказание для водителей за непропуск пешехода или велосипедиста. Вместо нынешних 1500 рублей платить придется 2500. Когда нововведение вступит в силу, пока неизвестно. Ряд экспертов считает, что одновременно надо поднять штрафы и для пешеходов. Трасса 101. Между тем, до конца этого года может быть принят законопроект, обязывающий пьяного водителя вносить залог за отправленный на штраф стоянку автомобиль. Размер залога – 30 тысяч рублей, что равно сумме штрафа за нетрезвое вождение. Иначе вернуть машину со спецпарковки будет невозможно. Цель – повысить собираемость штрафов за езду под градусом. Трасса 101. Содержать машину все дороже и дороже. Расходы российских автомобилистов на техобслуживание, запчасти, мойку, штрафы ГИБДД и прочее выросли за последний год, по данным сервиса Яндекс.Деньги, почти на 30%. Наибольшая прибавка зафиксирована по части ремонта и шиномонтажа. В среднем каждый пользователь сервиса потратил на свою машину 51,5 тысячи рублей. Трасса 101. В ноябре в России стартуют продажи полноприводного кроссовера «Geely Atlas», дизайн которого разрабатывали специалисты из разных стран, а руководил проектом бывший сотрудник «Volvo». Информации о машине пока мало. Известны разве что ее размеры. Длина 4,5 метра, ширина 1,83 м, высота почти 1,70 м и некоторые внешние и внутренние элементы. Панорамный люк, рейлинги, полностью цифровая приборная панель. Основными конкурентами новинки станут Kia Sportage и Hyundai Tucson. Какие крупногабаритные грузы россияне перевозят на своих легковушках чаще всего? Таким вопросом задалась компания Ford и провела соответствующее исследование. Оказалось, что на первом месте, 30%, находится бытовая техника, телевизоры, стиральные машины и холодильники. Серебро у различных строительных материалов. Мебель – третий по популярности ответ. Также в числе востребованных вариантов различные овощи и фрукты, спортинвентарь и животные. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.